Завершается ремонт хирургического корпуса Шуйской центральной районной больницы. На финальный этап работ приехал посмотреть губернатор Михаил Мень. Здание было построено в 1929 году. И вот с начала прошлого века капитального ремонта здесь не проводилось. Рассказывают, что в последние годы плитка падала прямо во время операций. Дело в том, что вы не представляете, как все выглядело не только до ремонта, но и после того, как нас посетил первый подрядчик, который осуществлял работу на этом корпусе. Те сроки, в которые уложились подрядчики нынешние, они просто очень короткие. И даже глазом не специалиста вы видите, что уровень отделки, качество отделки, оно достаточно высокое. Я думаю, что нам не придется смущаться перед нашими пациентами. Среди пациентов – жители Шуи и еще 8 прилегающих районов. Всего около 200 тысяч человек. Обновленная хирургия предусматривает 60 круглосуточных коек. Травматология – 40 мест. Палаты 2, 3 и 4 местные. На сегодняшний день будет вложено в целом около 64 миллионов рублей. А если брать вместе с оборудованием, то это будет почти 95 миллионов рублей. Очень рассчитываем на то, что в первом квартале, во всяком случае, нас заверяет об этом администрация и подрядчики, то, что в первом квартале будущего года больница будет запущена и будет принимать посетителей. Как только ремонт окончательно завершится, в отделение завезут новое оборудование. Его уже купили. В том числе и дорогостоящее, такое как операционные столы, мониторы слежения за пациентами в палате интенсивной терапии, ультразвуковая аппаратура. В палатах у пациентов полностью обновят мебель. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.